В благодарность верным зрителям. Областной казахский драматический театр имени Хадиши Бокеевой подвел итоги 28-го сезона. Своеобразной кодой стала постановка «Махамбет» о личности, чье имя вписано в историю золотыми буквами. Конечно, речь идет о Махамбете Утемисове. На спектакле трагедии побывала и наша съемочная группа. Мрачно, напряженно и трагично. Даже сейчас, спустя десятилетия, история держит от начала и до конца. Потому что она реальна. И потому что она о настоящих героях. Махамбет Утемисов и Исатай Тайманов – истинные патриоты и настоящий пример. Так считают зрители, причем некоторые пришли посмотреть постановку уже не первый раз. Пусть действия спектаклей разворачиваются около 170 лет назад, но они по-прежнему актуальны. Все проблемы, которые были тогда, есть и сейчас. Но главное, там есть личности, которые ради свободы своей страны готовы были пролить кровь. Это настоящие батыры, настоящие патриоты. Спектакль плотно вошел в обойму репертуара около 3 лет назад и с тех пор не покидает афиш. Примечательно, что каждый раз постановка собирает полные залы. Правда, в последнее время мешает пандемия. Спектакль рассказывает про жизнь Махамбета Утемисова. Это было прекрасно передано на сцене. Я, как и другие зрители, смотрели на одном дыхании. В числе постоянных зрителей театра Жанна Социализм. Завуч одной из городских школ не только сама любит искусство, но и активно приобщает к нему учеников. Большая часть классов уже сходила в театр. Детям нравится в театре, особенно ученикам начальных классов. Мы часто сюда приходим. Потом дети рассказывают про спектакли дома и возвращаются в театр уже с родителями. Мы рады, что таким образом к искусству приобщается много людей. 44 спектакля как в онлайн, так и в офлайн форматах. Сотни довольных зрителей, оваций и неописуемого удовольствия. Таковы итоги работы театра за прошедший сезон. Определили и актера года. Им стал Тимиржан Матаев. Молодой человек сыграл большое количество ролей и все исполнил блистательно. К сожалению, мы все стали свидетелями пандемии, но наша работа практически не останавливалась. Хоть и онлайн, мы продолжали радовать зрителя. Сейчас хочется, чтобы поскорее зал снова стал полон зрителей, и мы бы смогли также для них выкладываться. По окончанию спектакля на сцене прошла и церемония награждения. Отметили наиболее опытных сотрудников театра, самых активных зрителей и работников СМИ в честь профессионального праздника. Алексей Кочемасов, Ербол Мендыгалиев, Айдос Кисимов, телеканал Ак-Жайык.